Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», в который входит Ивановский завод, получил разрешение на серийный выпуск системы Magic. И основной, и запасной парашюты в ней типа «Крыло». Это переходная система, предназначенная для спортсмена среднего уровня, совершившего не менее 100 прыжков. Она позволит перейти от студенческого купола к скоростному. Основной парашют имеет эллиптическую форму. Главная особенность – легкий и компактный ранец, который не сковывает движение во время выполнения акробатических фигур в свободном падении. Разработана система конструкторами Ивановского завода «Полет».